Пресс-служба Центра управления восстановлением ДНР сообщает, что в четверг 24 декабря ожидается прибытие в республику последнего в уходящем году гуманитарного конвоя МЧС Российской Федерации. Он станет уже 48-м по счету. По данным ЦУВ, белые грузовики привезут более 600 тонн продуктов, лекарств, елок и новогодних подарков. Среди продовольствия – рыбные, мясные и молочные консервы, растительное масло и крупы. Колонна, как ожидается, будет состоять из 53 машин. Напоминаем, что 47-я колонна спасательного ведомства России 17 декабря доставила в Донецкую Народную Республику около 700 тонн продовольствия, медикаментов и новогодних подарков.